Hello, Metalhead! Приветствую тебя, Макс Вехов! Макс Вехов, желаю тебе успехов! Так, получил посылочку от такого товарища, если давно сотрудничаю, я ему продаю, он мне продает от Neo-Atheist, вот, со Львова. Мой ник Warhol, я тоже продаю диски, обменами особо не занимаюсь. Так, делаем вскрытие посылочки. Делаем надрезик. Посылка легко откроется, я думаю. Да тут можно ее взорвать. А не, лучше надрезик сделать, как обычно. Это будет уже не аутопсия, а какой-то вандализм. Вот, у нас же аутопсия, правильно? Аутопсия, вскрываем, давай, давай. Вскрываем вскрытие посылки. Вот тут диск Entombed должен быть. Ну вот он тут и есть. Entombed, блин. Это хоть не Live in London, а? Тут какой-то обложка какая-то левая, блин. Live in London мне нахер не нужен. Ну, царапанный, конечно, блин, диск. Ну, человек предупредил, что он такой... Такой не очень ахти. Альбомчик покатят. В принципе, на фирме его покупать, конечно, не охота. Альбом не супер-пупер. Вот. С буклетиком все. Нормально. Нормалек. Вот. Может, буду продавать его, не знаю, еще подумаю. Буду продавать за... Не знаю, за сколько. Посмотрим. Да, послушать его полностью. Вот. Так что аудиофилом рекомендую продавать на Фростере, Metal Forum, и покупать на Фростере также, да. Ну и быть поосторожнее. Я в своих там роликах, я как ревизор показываю все подводные камни каждого продавца. Вот. И сам стараюсь продавать только продукцию качественную, чтобы все читалось. Если что-то не читается, я пишу напротив, и цена там соответствующая, низкая. Вот. Как бы так вот. Ну вот, вот вскрытие посылочки вы увидели. Стоило это всего 13.50 Укрпочтой. Вот, видите, конвертик. Покупайте конверт CCD. Он стоит 2 гривны. И отсылаете по весу. Ну, правда, в Харькове ушлые все, честно скажу, блин. Хотят за 20 гривен. Ну, я вот говорю, 13.50. Все, вот вам чек человека. Говорят, ну, типа, ля-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 ля. Короче... Укрпочта, как всегда, как была совковой конторой, так и осталась. Люди-то там, да, может, там директор не совок, конечно, но контингент там работает одни совки. Вот, поэтому новую почту, конечно, выгоднее отсылать. Ну, все. Желаю тебе успехов, Макс Вехов. Подписывайся на мой канал. Смотри каждую серию TV Aerial Metalhead. Вот. Рекомендую слушать музыку на аудиодисках, трахать девушек. Вот. Слушать тяжелый металл. Ну все, пока-пока.